с Латвией действительно не... Да, вчера прошла встреча, рабочая группа, но это не рабочая группа в области транспорта, это рабочая группа в области межправительственных отношений, потому что сегодня министр транспорта и коммуникаций белорусский отвечает за сотрудничество с Латвийской Республикой. Мы по всем проектам, которые обсуждаем с латвийской делегацией, находим взаимопонимание. Завтра будет межправкомиссия, на которой будет присутствовать министр, и этот диалог продолжится. Вчера я встречался и с литовской делегацией. Мы тоже обсуждали ряд вопросов. Признали, что у нас действительно в сфере транспорта остался один вопрос. Вот мы сегодня на форуме недавно тоже общались. Один вопрос остался — это границы. Это очереди на границах, которые, вот в области транспорта один вопрос, это очереди на границах, которые надо решить. Есть конкретные идеи, у нас сегодня кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком ЕИБ, с которым мы планируем в рамках реконструкции автомобильной дороги М7 Минск-Вильнюс, в том числе произвести модернизацию пункта пропуска и увеличить пропускную способность до 7000 автомобилей в сутки. 1 по 3 октября. 13-я международная специализированная выставка и конгресс «Транспорт и логистика». Минск. Футбольный манеж.